Вы понимаете, что это никакая не школа, а просто путевые заметки. Вот увидел там какую-то скалу, видите, вон скала. На верблюда похоже. Скала верблюд. Остановился. Пользуясь случаем, скажу еще пару слов. Вообще, я думаю, что большинство из нас, люди, такие жуки. Жучье. Знаете почему? Потому что мы хотим, не работая, а получить. Мы все время ищем способ. А как бы так, чтобы не работать? А как бы так, чтобы за нас кто-то другой? Например, интернет. Не получится. Не получится. Не получится. Если мы рассчитываем на... Это уже проверено 1000 раз. Если... Да и это просто противоречит теории. Если мы рассчитываем, что мы за счет огромного количества людей, задействованных в рекламе, можем из них вылучить каких-то лидеров, которые построят нам организацию, то это ошибка. Сначала надо цену заплатить. Я недавно разговаривал с одним хорошим парнем, толковый человек. Ну, поговорили, наш партнер, поговорили с ним. Он, я спрашиваю, как дела, он говорит, вот осваиваю, почти наладил систему рекрутирования в интернете. Я говорю, какие результаты? Он говорит, ну вот 600 активных, что-то я не помню точные цифры, но примерно так, 600 активных подписчиков, там сколько-то человек в стадии, значит, вот общения ВКонтакте. Теперь вот работаю над закрытием сделки. Ну все, молодец, правильно все, красиво, логично. Но я хочу сказать, что это не просто вопрос закрытия сделки. Если мы не будем ориентироваться в построении бизнеса на людей, которые нам доверяют, которых мы знаем, с которыми мы сошлись, слиплись, сдружились, с которыми, которым мы можем передать свое отношение к этому бизнесу и продукту, у нас будет, но очень вяло при активной работе, медленно, и будет при малейшем соприкосновении с трудностями рассыпаться все. Как цемент, крепко и быстро может быть только с людьми, которые тебя знают, которым ты доверяешь. В интернете, по телефону, вживую. Но им нужно рассказать об этом бизнесе, им нужно сделать презентацию, чтобы потом понести это дальше. От человека к человеку, чтобы они все пошли и рассказывали своим друзьям и знакомым. Вот как это делается. Другого пути нету. Я раньше думал, что если я заклею все заборы и завалю все газеты объявлениями, то рано или поздно я их всех все равно подпишу. И это происходило, правда. Потому что самоотверженная работа была настолько, что ситуация, как мне казалось, выправлялась и все начинало происходить. Я подписывал людей, организация росла из маленького офиса, я переходил в огромный зал. А потом происходил откат. Потому что эти люди будут повторять то, что ты делаешь. Они никогда не смогут, потому что у них нет денег, потому что они так не умеют говорить по телефону, потому что они не умеют с незнакомыми людьми вообще слово два связать. Они могут только сказать, какой классный продукт, Вася, давай, вместе пошли зарабатывать деньги. Вот это они могут. И если вот так от человека к человеку, тогда можно стремительно построить большой бизнес. Как бы просто, упрощенно и банально это ни казалось. В противном случае самообман. Люди, жуки, хотят на халяву проскочить. Если мы хотим свободы, надо заплатить цену. Надо заплатить цену, она простая. Единственное, что нужно вызубрить наизусть презентацию. Такую, которая работает. Как ее составить, поговорим позже.